Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня печем плетенки. Будет воздушное, вкусное тесто и много начинки внутри. Такая выпечка восхищает не только вкусом, но и внешним видом. Рецепт, как всегда, найдете в конце видео и в описании к видео. В первую очередь сделаем опару для теста. В миске соединяю дрожжи, у меня прессованные, можно и сухие. Добавляю 1 столовую ложку сахара из общего количества. Перемешиваю и вливаю теплое, не горячее молоко. Размешиваю до однородности. Всыпаю примерно 5 столовых ложек муки или 100 граммов из общего количества. По густоте тесто должно получиться как на оладушке. Опару накрываю и оставляю на 15 минут. Она должна подняться пенной шапкой. Сливочное масло растапливаю и оставляю остыть. В миску, где буду замешивать тесто, разбиваю яйца. Всыпаю оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. Немного взбиваю венчиком. Добавляю в эту смесь готовую опару и перемешиваю до однородности. Теперь понемногу всыпаю оставшуюся муку. Всю сразу не высыпайте, тесто должно получиться липким. Когда оно соберется в комок, в несколько приемов вливаю растопленное масло и вмешиваю его в тесто. Вымешиваю тесто минут 5, пока оно не начнет отставать от стенок миски. Стол присыпаю оставшейся мукой, перекладываю тесто и продолжаю месить. Подсыпаю муку, пока тесто практически не перестанет липнуть к рукам и столу. Оно должно быть как очень мягкий пластилин, нежное, гладкое, пронизанное мелкими пузырями воздуха. Миску смазываю маслом без запаха. Помещаю в нее тесто, накрываю и оставляю для брожения на 2 часа при комнатной температуре примерно 24-26 градусов. Через час тесто нужно обмять один раз. Пока тесто подходит, расскажу про начинки. Обе будут яблочные. Первая – это густое яблочное варенье, вторая – из свежих яблок. Яблоки очищаю, разрезаю пополам, убирая серединки. И нарезаю небольшими кусочками. Перекладываю их в сковороду, добавляю сахар. Немного, у меня яблоки сладкие. Сливочное масло и горсть промытого мелкого изюма. Убираю на плиту. Помешивая, обжариваю, пока яблоки не станут мягкими, но они не должны потерять форму, так сказать, до полуготовности. Крахмал развожу водой и вливаю в яблочную смесь. Перемешиваю до загустения. Хорошо, если яблоки дадут много сока, тогда начинка будет лучше держаться вместе. Добавляю корицу и оставляю остыть.
Готовое тесто обминаю, делю на 8 частей. Получится 4 плетенки. 4 части по 100 граммов и 4 немного больше, по 125-128 граммов. Каждый кусочек обминаю и округляю. Накрываю и даю отдохнуть 15 минут. Стол слегка присыпаю мукой. Беру меньший кусочек весом 100 граммов. И раскатываю в небольшой прямоугольный пласт, как для пирожка. В центр кладу половину яблочной начинки и защипываю. Шов приглаживаю. Пока откладываю в сторону. Теперь беру больший кусок теста весом 125-128 граммов и раскатываю в тонкий пласт по размеру больше предыдущего. В центр кладу заготовку с начинкой швом вниз. Края пласта разрезаю на полоски в виде елочки. Старайтесь полоски сильно не натягивать. Таким образом, на одну плетенку идет два куска теста. Меньший весом 100 граммов для начинки и больший для плетения. Количество каждой начинки рассчитано на 2 плетенки. На самом деле начинка может быть любая. Густое варенье, повидло, ягоды с варенья, творог и так далее. Плетенки выкладываю на противень, застеленный пергаментом. Накрываю и оставляю подойти на 40-50 минут. Также делаю и с яблочным вареньем. Их выкладываю на бумагу, так как печь буду поочередно. Когда булочки подойдут, смазываю их взбитым яйцом и убираю в духовку. При 180 градусах пеку 30 минут. Остывать перекладываю на решетку. Если в помещении жарко, оставшиеся булочки лучше оставить подходить в прохладном месте или в конце расстойки убрать в холодильник, при этом прикрыв пленкой. Смазываю яйцом, разрезаю бумагу и по одной переношу на противень. Даю булочкам хорошо остыть и можно угощаться с молоком, компотом, кефиром или чаем. Очень-очень вкусно.
Очень нам понравились эти плетенки. Вкусное тесто, удобное, которое сохраняет плетение, и начинка, с которой можно экспериментировать очень долго на свой вкус. Друзья, у меня все. Надеюсь, вдохновилась. С нетерпением буду ждать ваши отзывы. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Удачной выпечки и до новых встреч. Пока!